столице прошла первая встреча послов 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Он стартует через год в Москве и в Сочи и обещает стать грандиозным событием, повторив успех прошлых молодежных форумов 57-го и 85-го годов. Организаторы рассчитывают на участие более 20 тысяч человек из 120 стран. Роль общественных послов, а ими стали спортсмены, артисты, музыканты, донести до молодежной аудитории идеи фестиваля и его главную задачу – объединение людей ради мира во всем мире. И у каждого посла свой подход. Я уже 2 года езжу по миру и даю лекции, которые связаны с современной поэзией, современным искусством. Ну и в том числе читаю свои стихи. Поэтому я знаю, как общаться с аудиторией, знаю, как общаться со студентами. Они мне верят. Именно поэтому я и здесь. В ближайшее время начнется набор волонтеров, которые будут работать на фестивале. А уже завтра на Воробьевых горах в столице пройдет торжественная церемония запуска часов, которые начнут обратный отсчет до старта Всемирного форума молодежи и студентов.